Обученный экипаж и серьезная техника, дуэт, которому под силу выполнить любые задачи. Наглядный пример – танковый биатлон. Настоящая спортивная олимпиада, где военные ставят, казалось бы, невозможные рекорды, выжимая из своих боевых машин максимум. С первого курса начиная было интересно, и я смотрел все эти заезды, как это так получается, как они там так быстро все это делают. А постепенно в ходе боевой подготовки сам тренируюсь. Получилось так, что я сейчас в команде, сейчас кто-то, может быть, смотрит и меня также. В этом году в основе сборной молодые лейтенанты. Едва покинув курсантскую скамью, они на равных встали в строй с более подготовленными танкистами. В итоге получился крепкий сплав молодости и опыта. У меня есть такая особенность – нет предела совершенства. То есть постоянно чему-то учиться новому и постоянно навыки свои улучшать. Старший лейтенант Иван Глус – командир взвода в Гродненской механизированной бригаде. Свой профессиональный праздник танкист, вероятнее всего, встретит на армейском полигоне во время очередных занятий по боевой подготовке. Впрочем, для Ивана такой рабочий график стал привычным. В данный момент, если считать год, то 7 месяцев я не дома. На полигоне. Для командира взвода это в первую очередь обучение своего личного состава, тренировок их навыков, ведение боя, какие-то тактические действия, действия при вооружении, обслуживание техники. Вождение, преодоление препятствий, стрельбы – все эти упражнения танкисты выполняют на занятиях, как правило, по отдельности. На биатлоне же все операции в комплексе и на время. Теперь подобный подход старший лейтенант планирует максимально внедрить и в своем подразделении. Роман Тарасевич, Светлана Смык, телекомпания «Воен-ТВ», специально для программы «Наше утро».